спрошу вас карточку. Сейчас. Сейчас я введу так 19.30. Спасибо. Здравствуйте. Так, что это? Спагетти. Панзати. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тиркоплей. Я Наташа, мы с вами снова продолжаем играть в симулятор магазина. В ранний доступ, а в прошлой серии мы с вами купили, если что, если вдруг кто-то забыл, дополнительную кассу, расширили себе магазин, расширили себе ассортимент. Теперь у нас продается кола, вот такая вот у нас продается вода. Да-да-да-да, давайте я ее выставлю сюда. Вот! Так что мы с вами вот такие вот предприниматели, предприимчивые. Вот, у нас все с вами есть. Мы вот, видите, с вами живем, могем, умеем, практикуем. Красиво все раскладываем, перекладываем. Зарабатываем деньги, работаем в плюс. Давайте посмотрим по товарам, значит, что у нас сегодня. Сахарная пудра повысилась в цене. Хорошо. Что-то еще у нас повысилось или нет? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Либо я слепая. Ну, короче, сейчас будем разбираться. Да, вроде бы только сахарная пудра. Давайте мы сейчас посмотрим. Я не помню, меняла я ее или нет. Да, я ее поменяла. Теперь она у меня стоит 5,14. Ну, все. Быстрая ревизия по продуктам. У нас мука кончается, да, вот это вот. Это коробка грязь. Коробка грязь выкидываем. У нас кончается с вами масло сливочное, масло подсолнечное. Короче... соки есть, молоко есть, яички есть, спагетти надо купить, муки у нас до жопы, вот этой до жопы, риса до жопы. Короче, окей, я понял вас, я понял. Значит, нам нужно вот это вот говно. Пицциня есть. Нам нужно с вами вот это говно, хлебушку. Вот это вот быстро скупают, спагетти вот эти вот нам нужны. Все остальное, в принципе, нас с вами устраивает. Я предлагаю открывать магазин. Пусть народ ходит, заходит, приходит. Так, это пока поставили вот сюда. Давайте, неудобно, конечно, носить все это. Но что поделать, такова жизнь. Давай, хорёчек, работаем. Хлебушку выставляем вот сюда. Хлеб всему голова, чтобы было много хлеба, богу хлеба. Маслочка, маслочка обязательно выставляем, маслочка. Чаечки есть, кофеечки есть, шоколадные говняшки есть. Муку сейчас добавим. Все, мои хорошие, ваша мука. Ну, вроде бы все нормусь. Ты че, я уже взял одну спагеттину? Когда успевают? Ты погляди. Че, вы к Игоречку пошли или ко мне в очередь? Вот эту вот кока-колу надо будет потом купить. Ну, слушай, они начинают прям много всего брать. Это хорошо. Это значит, я буду богачкой. А мы уже с вами живем без кредитов, кстати, о птичках. Уже как бы да. О, ко мне пришел. Ты ж мой хороший. Ты выбрал верного сотрудника, мое ты солнышко. Мой ты сладкий человечек. Там Игоречек так медленно работает, что я быстрее тебя обслужу, быстрее тебя опущу. У нас столько клиентов, конечно, начало приходить. Это вообще трындец. Привет. А что, на второй кассе они всегда платят баблишком? Это круто. Ой, то есть карточкой. Блин, святые вы люди. Спасибо. Что, поставляли бы на чай, было бы славно. Колу, воду. Да подожди ты, господи. Братан, ну я хотела посмотреть ревизию сделать. Ты мне тут это самое. Давай, иди отсюда. Ты чё, а чё они взяли-то? Яйца надо купить. Сок еще есть, колу. Так, давай, значит. Значит, вот кола, которая вот эта. Турка-кола. Яйца. Ну, вроде бы все пока что. Надеюсь, этого нам хватит. Так, выкладываем яички. Яички нашей маленькой птички. И вот эту вот колу. Слушай, ну что-то они ее прям сегодня решили разобрать. Может быть, сегодня что-то подешевел? Яблочный сок кончился. Вы что, серьезно, что ли? Есть, вот этот и вот этот. Все, купить. Сейчас в очереди у меня никто не стоит из бомжей этих несчастных. Так, выкладываем сок.
А это потому, что я, наверное, его заставила подешеветь. Вот они теперь его и берут, как не в себя. Ваши соки. Да, подожди, женщина, сейчас пробью тебя, быстренько обслужу. Я все равно работаю быстрее, чем мой коллега. Нет, яблочный сок. Да ты слепая, потому что манда. Не нашла сахар. Еба, вы что, охерели, что ли? Куда вы так быстро-то раскупаете-то все? Сахарную пудру она не нашла. Хорош. Пацаны, вы чё? Вот вам сахарная пудра. Ё-моё. Всё, подойдет вам? Вот это вот расставляю. Блин, капец, конечно, пацаны. Разбирают всё просто. Они такие голодные. Спасибо, 41 бакс. 41,95. Хорош. Слушай, у меня теперь тоже очередь. Нахрен вот ты пришла сюда со своей вот этой вот... Тут без нал только, поняла? Мы как в Ашане. 36,20, только по безналу. Япона, мать, вот это вот закупка. Трындец, братан, 59,03. Слушай, ну уже 750. Так, колу теперь перестали мы брать, да? Спагетти тоже перестали брать. Муку. Муку они у меня опять разобрали, говнари. Яички. Яички мы теперь не берем, но теперь у нас проблема с молочком. Давайте сыр, молоко. Вот эти шоколадные яйца на завтрак. Вот это вот кончалось вроде бы как... Комбдец. Женщина, шок, тимельки захотела. Веселая молочница пришла к тебе, да? Ага, держи. Блин, ну что-то как-то сложно стало. Рис кончается, шоколадные вот эти вот крошки. Так. Блин, ребят, ну подождите, пожалуйста, ну. Я не поспеваю за вами, сейчас... Сейчас, секунда, подожди. Секунда, сейчас. Ну, сыра вроде зашибись. Сыра хватает. Яйца. Пиздец, ёпта. Так, свет включить. Сейчас. Секунда, сейчас. Спасибо. 41,10. Спасибо, брат. Не нашел паста. Ну, ёб твою мать, ну что я могу сделать? 9 баксов тебе дать. 5, 6, 7, 8, 9, 50, 10, 10 и 2. Пошел. Молоко не нашел. Надо глаза свои разувать. Раз, два, 10, 10, 10, 10. Тебе чё? Не нашла паста. Ёб твою мать. Какая нахер паста? Ну какая нахер паста? Ну подожди. Ну какая паста? Вот эту вот пасту вы не нашли. Я ж ее сейчас куплю, вы ж ее теперь не будете брать. Вы ж такие твари. Сейчас будет вам паста, подожди. Это не та паста. Нам нужна вот эта красная паста. Все, вот она, ваша паста. Обсоситесь. Обсоситесь, обдолбитесь. Все есть. Разобрали все просто подчистую. Да подождите вы, господи, я не успеваю за вами ничего сделать. Вы прям быстрые, резвые, как понос. Это что такое? Кто это? Соль? Что это? Баночка с арахисовым маслом? А чё вы все ко мне-то? Идите к Игорьку! Чё вы поняли, что моя касса, что ли, быстрее? Идите к нему! Я-то тут при чём? Идите к нему!
Я не хочу так много работать. Все, я передумала, отбой. Че за бомжара пришел? Пошел отсюда, чтобы больше тебя тут не видела. У меня тут нормальные люди закупки делают. Не залупки, как ты. Что это такое? Вот нормальный мужик. Замечательный. Говнарь вонючий. Сдачу попросил. Вы же знаете, что я не люблю сдачу, когда вы берете. Кобздец, ребята, это трындец. Они так все быстро разбирают. Это ужас. Короче, я предлагаю тактику, говняктику. Что это? Это спагетти. Все, спагетти друг на друге есть. Завершаем этот день. Товары считаются дорогими. Да соси письку. Арахисовое масло сколько теперь стоит? 6,53. Оно у меня теперь будет стоить 6,65. Мне насрать, что они для вас будут дорогими. Как бы ссать я хотела на вас с высокой колокольни. Значит, смотри, я предлагаю новую тактику сейчас опробовать. Я предлагаю сразу заказать всех товаров по 2 штуки. Вот. Чтобы они у нас как бы были в течение дня. Так. 10 товаров. На пасте остановились. Продолжаем, значит. Корзину. Раз. Два. Три. Четыре. Так, это 8. 10. Есть контакт. Так, раз, два, три, четыре, пять. Нельзя. Окей. Так. Раз, два, три. Мне сейчас придется покупать склад. Я хочу вам сказать. Нет, не придется покупать склад. У меня больше нет денег. Ладно. Ох, ёб твою мать. Вот это кобздец. Ладно. Паста, значит, паста. Пасту ставим на пасту. Давай, вот так. Сейчас. У нас пока склада нету. Будем складировать там, где складируется. Значит, паста на пасте. Еще одна паста. Слушай. Ну все. Только пусть попробуют мне вякнуть, что чего-то им сегодня не будет хватать. Кофе. Кофе сразу выкладываем. Кофе. Так, кофе. Вот так вот. Раз. Дальше. Что это такое? Кола, не кола. Колу. Вот сюда. Раз. Масло. Сливочное, подсолнечное, любое. Масло, 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 масло. Оп, поставили. Еще одно масло. Открыли. Вот так поставили. Ну да. Сейчас у нас тут будет нормальная рокировочка. Подождите. Муку. Главное не забыть, где какой продукт. Хлеб. Хлеб. Выкладываем хлеб. Хлеб весь выложен. Окей. Выкидываем коробку. Это сыр. Сыра у нас до жопы. Выкладываем его на солнце, чтобы он как раз стал дурблю. Вот сыром с плесенью. Вот это вот все сейчас как раз... Дойдет у него процесс. Молоко. Делаем из молока кефир или простоквашину, ряженку. Так, ты у нас идешь сюда вторым вот таким вот паком. Слушай, ну мы как будто приняли, но не разгрузили. Так, сок выставили. Раз. Прекрасно. Вот так, все хорошо. Это что такое? Яички. Яички. Яички, яички. Ну давайте яички выложим сюда. Ну, чтобы коробку выкинуть уже. Это что, вода? Вода, да. Ты куда вошла я? Вода, да, вода, да. Вода, да, вода, да. Все, воду. Воду поставили вот сюда. Это что такое? Спагетти. Ёб твою мать. Я, по-моему, переборщила со спагетти. Хочу вам сказать. У меня спагетти теперь вообще. Яйца. Яйца мы ставим здесь, рядом с сыром. Муку. Муке. Да, это будет долго. А вы что хотели? Кофе. 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 Открыли кофе. Чтоб я видела, что у меня как бы кофе есть. 38 баксов осталось, прикинь. Сусу, сахару. Вот сюда поставили. Так, это что такое? Почему упало? Масло упало. Не надо падать маслу. Это оливочное, заливочное.
Так, оливочку раз сюда поставили. Оливочку открыли сюда два. Блин, слушайте, срочно нужен склад. По любасу. И человек, который будет со склада вот это все говно носить. Так, муку вот эту вот давайте вот так вот раскидаем. Вода-да, вода-да. Ёб твою мать. Слушай, вот это у меня контрольная залупка произошла. Нахера столько сахара я купила? Они ж теперь его сейчас не будут покупать. Молоко. Ёб твою мать. Ребята, а чего меня не остановили? Трындец, купила какую-то залупу, блин. Что мне теперь с ней делать? Фруктовые, шарики на завтрак. Опять спагетти! Да куда мне сток спагетти? Я уже скоро стану настоящим итальяшкой. Так, выкладываем арахисовую пасту. Она у меня была где-то? Нет. Давайте ее вот здесь ставим. Обзда вообще. Рис. Рис. Рис выкладываем сразу. Это что? Еще, ёптать. Чё-то я как-то не рассчитала свои силы. Да. Чаёвнички, чаёвнички. Блин, чай вообще обожаю покупать. Чай очень выгодная тема. Чай, сок. Сок фруктовый. Вот сюда. Это что? Опять мука. Мука, мука, мука. Так, две сюда. И одна у нас стоит здесь, упаковочка. Хлеб. Хлеб, 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 хлеб. Хлеб давай вот сюда поставим. Ну, пока нет склада, да. Шоколадки, шоколадки, мишки. Сюда. Трындец вообще. Рис басмати. Да ёпта, а чё я туда захожу? Рис басмати. Выложили. А, куда-то я могу его поставить? Давайте вот здесь поставим рис. Всё. А, это кто у нас? Еще чай. Ёб твою мать, нахера я столько чая-то купила? Что мне с ним теперь делать? Братан, ну за тобой будет стоять чай, понял? Ты теперь чайный дилер. Соль, соль, соль. 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 Все, по соли все хорошо. Давайте я вот так сделаю, ну, чтобы у меня полный ассортимент был соли. Чтоб коробки не стояли. Вот. Ну, по-моему, все идеально. Все есть. Все в достатке. Посмотри, какой богатый ассортимент. Ну, все, мы теперь должны заработать очень много денег. Очень много денег. У нас что-то понижалось в цене. Только арахисовое масло подорожало. Но мы его подняли. И, короче, работаем сегодня хорошо. Вот это вот все говно нам надо продать. И потом заказать новое дерьмо, по-моему, начиная вот отсюда, потом вот так, вот так, вот так и вот так. Все, Игоречек. На 131 доллар нам надо будет это все вот потом реализовать, понимаешь? А иначе трындец. Ты посмотри, сколько всего я купила вообще, ребята. Ёб твою мать. Куда я залезла, вообще не понимаю. Но зато, с другой стороны, сейчас вообще никто жаловаться не будет. Мне только успевай подкладывать и все, что они там хотят. А чё-то ко мне-то, иди к Игорю. Чё-то ко мне-то встал сюда, придурочный. Я менеджер. Я обслуживаю, когда вообще коллапс. Блин, вы серьезно? Вы прохавали, что эта касса быстрее, теперь вы ходите сюда? Может, мне надо помедленнее работать? Так, ты за кассой мне тут не ходи, чтоб я тебя видела, понял? Пока все есть. Пока не будем ничего подкладывать. Ходят они по моим коробкам. Сода для меня слишком дорогая. Это вот это? $3 для тебя это слишком дорого? Ну не бери соду, бомжара несчастная. Не бери. Это лухарь-продукт. Его могут позволить себе только богатые. Если ты бомжар вонючий, то не приходи сюда. Нам бомжи тут не нужны. Так, давайте заказик делаем. Купить. Ёптать. Так, это джус яблочный. Джус яблочный. Куда? Давай вот сюда поставлю джус. Джус. Джуси-туси на тусе. Моя пуси на тусе.
Так, хорошо. Еще одна газировочка. Я не знаю, что ему сода не угодила. Я себя заставила коробками. Кола. Бляха, у меня этой колы уже до жопы. Куда мне ее столько? О май гад. О май гад. Это что? Яблочный сок. О, шайся. Ща, подожди. Сейчас. Блин, они реально все ко мне идут. $2. 10. 2. Почему вы ко мне-то идете? Я не понимаю. Так, 35, 35. Ну и что ты такое? Что ты сюда пришел? Опять? Ну что за закупки такие, мужики? Что за несерьезные закупки? Ну что это такое? Бомжары, вы недоделаны. Так, это что такое у меня? Молочко вот это вот кислое, лактобактерия. Все, я выставила вашу кислую лактобактерию. Бляха, ёпта. Брат, к тебе вот сюда поставлю, у нас уже не умещается ничего. Нам нужен склад. Вот, турка-кола. Она нам тоже нужна. Куда вот мне ее ставить? Давай вот сюда поставим, окей. И еще одну турка-колу. Все. Так, мадемуазель, подождите, сейчас. Секунда, ща. Ну, что это такое? Ну и что это такое? Ёптать, вы так быстро разбираете. Так, чё кончилось? Подожди. Чё кончилось? Паста опять. Паста. Где паста? Паста, паста, паста. Паста, паста, паста. Паста. Есть. Спагетти, спагетти, спагетти кончаются. Всё. Мука есть, арахисовая есть. Здесь все хорошо. А, подожди, оливка, 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 оливки мало. Выкладываем оливку. Так, ну вы чё вообще, чё началось? Мы так не договаривались. Не нашла муку. Глаза свои разуй, дура тупая. Так, 25... 10. Подожди, какой муки ты не нашла? Обычный? Где обычная мука? Реально, обычная мука кончилась. Что вы так быстро вообще от меня что-то хотите? Мне нужен срочно новый кассир. Ребята, я не справляюсь. Я не вывожу их слишком много. У меня начинает стресс. Идите к Игорю! К Игорю! Чё ко мне-то идем? К Игорю идите! Говорю же! Иди к Игорю! Парень, во! Медленно работает, хорошо! Спагетти опять кончились. А нельзя как-то мусорку поближе чуть-чуть переэтовать, передвинуть? Все, это продали, реализовали продукцию. Дальше, яйца, сыры. Сыры есть, молоко. Молоко подложили. Супер, яйца. Яйца подложили. Давай, давай, закупай, закупай. Вот хороший парень пришел по карточке. 61.37. Нихера не успеваю вообще. У меня тут коллапс. Полный. Подожди! Куда назад? Сейчас! Секунда! Ничего не успеваю, они слишком быстро все хотят. Почему вы идете ко мне? Почему не к Игорю? Игорь сидит, скучает, я ему зарплату плачу!
Не надо ко мне, пожалуйста, я вас умоляю. Прошу, не надо. Какой это сок? Джуси, туси, на пусе. Так, а откуда я его взяла-то, ёпты? Не поняла, а кто подвинул тут мне коробки? Гений, что за гений? У меня теперь сок не там стоит. Не по канону, хлеб. Что еще? Муку. Все, муку реализовали. Ну, бля, вообще кабдец. Молоко. О май гад, яйца. Сыр. Все. Сейчас я реализую. Подождите. Они с ума меня сводят. Спасибо. Спасибо, что без дачи. Спасибо, что картой. Прекрасно. Дальше. Что? Яблочный сок. Никуда ты, вот сюда ты выкладываешь соки свои. Вот это вот кола. Турки. Турки колу. Ну все, боже, мы справились. Мы справились с этим авралом, ты прикинь. И все? И все? То есть вот эта вот залупа кончилась? Так, масло. Не брали больше. Арахисовую. Арахисовую брали. Масло. Брали. Шоколадные вот эти вот штуки. Брали. Чай. Чай положили. Муку. Выложили. Я в ахере. Мне нужен чел, который будет вести учет. Потому что это трындец. Мы заработали 1000 баксов. Это круто. Сахар. Все. Кофе. Пиздец, я просто поросла коробками. Это кто? Это паста. Слушай, пасту они прям очень все сильно любят. Все положила, все попал. Соль, рис. Рис, пополняем рис. Все, рис пополнили, избавились от коробки. Дальше. Кофе, чай. Все, ну вроде бы как позже. Я так устала. Спагетти пополнить. Все, хлеб. Хлеб есть, все хорошо. Боже, вот это денек. Вот это денек. Так, мы заработали 1000. Хорош. Яйца подорожали. Так, смотрим, сколько стоят сегодня яйца. Яйца стоят 4,53. Значит, мы их продаем за 4,62. Тупо на богатом живем, на лухаре. Сода есть у меня еще зеленая. Ну чё, брат, готов? А, подожди, надо счета же оплатить, а то ж я сейчас это опять сиськи буду мять. Так, платежи, оплатить, оплатить, оплатить. И у меня 804 бакса осталось. В целом неплохо. Давайте посмотрим менеджмент. Я могу нанять другого кассира после 20 уровня. Я сейчас на 13-м. То есть я сейчас буду страдать. Угу. Склад у нас стоит 800, но мы не будем его пока покупать. Мы можем купить себе новые лицензии на товар. Пирог, конфеты, шоколадки, плитки. Но я зароюсь тогда, я просто закопаюсь. Не, давайте подкопим сегодня и купим тогда новое что-то. Потому что ну сейчас я закопаюсь, я реально. Нам надо будет еще глобальную перестановку тогда сегодня в конце видео делать. Бляха, вот это я, конечно... Здорово придумала вообще. Надо от коробок избавляться, я считаю. Если у нас есть пустые полки, на эти пустые полки нужно выложить товары, которых у нас до жопы. Например, выложить... ага, понял. Хорошо. Так, к Игорю пошла? К Игорю. Да к Игорю, бляха! Игорь зарплату получает! Дура ты тупоголовая, манда!
Чё ты сюда пришла? К Игорю иди! Я на подхвате! Тупая вообще! Ты чё, чтоб я тебя больше не видела? Овца! Игорь сидит без дела, яйца мнёт! Иди к Игорю! Бичара вонючий! Чё отсюда? Куда? Назад вернул мне деньги. Чуть меня не облапошил. Тебе 84 цента надо дать. На, 85. Жвачку себе купишь на мое здоровье. Спагетти уже одну взяли. Когда успевают? Хлеб. Хлеб взяли. Это что, вода? Вода хорошо. Чё еще? Соки, воды. Ой, терпение мне, терпение, вообще. Чё вы вот, они вот сначала не шли сюда, а теперь вдруг все пошли сюда. Идите к Игорю. Да, Игорь медленнее работает. Но Игорь хороший парень. Сода для меня слишком дорогая. Ну иди отсюда, бомжара несчастный. Я тут не собираюсь ради какого-то бомжа пересматривать политику своего заведения. Ты сначала перестань быть бомжом, потом приходи сюда. И ты поймешь, что это ни хрена себе еще и недорого. Что есть магазины куда дороже. Просто ты лошара вонючая. Че ты, бифидолактобактерии докупил, дед? Хочется посрать. Не иди. Так, че, сода, спагетти, все есть. Ну че ты вот взял вот одно кофе? А? Вот что ты взял одно кофе? Оно мне ни к селу, ни к городу. Твое одно единственное кофе. Вот нахрен мне твое вот это вот бомжаное. Сейчас куплю кофе. Кофе, 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 кофе. Магазин, магазин. Магазин мне нужен. Кофе. Кофе, где кофе? Купить два кофе. Поехали. Все, купила. Серьезно, вы встали в мою очередь? Ля, вы тупые. Идите к Игорю. К Игорю. Че вы у меня тут стоите? Что вы столпились? Я буду специально медленно работать. Все. Я все, я сказала. Вы будете идти к Игорю. Игорь медленнее меня работает. Надо работать медленнее Игоря. Так, поехали. У вас карточку? Сейчас я введу. Так, 19.30. Спасибо. Здравствуйте. Так, что это? Спагетти, панзати, два молока. Сейчас. Так, и два риса. Ага. Спасибо. Так, сдача, сколько там не вижу. 19.25, сейчас, значит, 10.05. Так, там 2, 3, 4, так. И 25. Это вот так и вот так. Спасибо. Вы теперь. Да, сейчас подождите, свет включу на минуточку. Темно здесь очень. Так, ну чё? Чё-то опять кончилось, да? Или не кончилось? Не пойму. Ладно, давайте продолжим. Панзати, сок. Это что, мука? И две колы. Карточкой, да, платите? Хорошо, сейчас 18. Угу. Точечка 10. Спасибо. Все равно ко мне стоят. Вы дебилы, что ли? Вот посмотри, два идиотина. У него очередь... Бляха, ёпта, вообще, дятлы. Я так же буду работать.
Я не буду торопиться, я буду работать медленнее. Вы пришли к Игорю. Идите к Игорю. Нет, они все ко мне стоят. Ты погляди. Ой, лядотилы. Не нашла молока. Ну, хер тебе не молоко. Мне некогда, у меня тут очередь. Будешь без молока. Ладно, я не могу так медленно работать, меня это раздражает. На 2, 10, 5, 70, 5, 1, 2, 3, пошел. Давай, раскидаю тебя. Давай, чё, пошел домой. Давай, шманда, купила она молочку себе. 30, куда? 37, 09, свободно. Ты, пташка моя. Давай сюда, 51, 94. Свободен, не нашел молоко. Да хер тебе не молоко, пососи бибу. Так, воду. Все, выкинули. Че, яйца? Выкинули. Сыры. Выкинули. Слушай, мы начинаем избавляться от коробок. Молоко. Выкинули. Еще молоко. Молоко еще осталось. Сок яблочный. Один. Это какая? Это вот это вот пепси-кола, да? Угу. Джус. Джус выкинули. Коробка с вот этой вот колой. Есть. Вода. А воду я всю поставила? Все, воду всю. Спагетти. Выкинула. Ужас, какая-то бесконечная. Просто. Хлебушек. Выкинула. Чё там? Масло. Выкинула. Не, все. Ребят, мы начинаем зашиваться. Это не есть хорошо. Прям вообще не круто. Не круто. Так, чай. Все. Вот это вот. Есть. Надо будет купить себе склад. Новых сотрудников. Я не хочу просто вот это вот за ними. Так, чока-пики, пики-чики. Все. Ух. Короче, я так понимаю, что тактика здесь, смотри. Надо покупать еще больше полок, чтобы каждого товара было по два. Тогда мы будем меньше тратить времени на расстановку всего этого. Ну, вот такая вот у нас сегодня получилась с вами закупка. В следующей серии продолжим. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на каналчик. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока.